Здравствуйте, мои дорогие. Ролик про оригинальный Rolex, который очень много отслужил. Короче, батарейка будет на него стоить 10 рублей. Это у мастеров. Ох, сяду немножко поудобнее, чтобы не смущать никого мимо идущих. Я сижу в своем тренажерке Сейчас, конечно, зима, февраль месяц, 1 число. Поздравляю вас с февралем. И вот этот оригинальный Rolex я попросил, говорю, сколько будет стоить, чтобы открыть этот Rolex? Он говорит, такой 1 рубль. Чтобы вы понимали, батарейка сама стоит 50 копеек. Вот. Он говорит, замена питания, само питание стоит 10 рублей, и еще замена 5 рублей. Я говорю, просто открыть, рубль, говорит, сейчас попробуем. Он открытых оставил мне, оставил открытое, просто крышечку так чуть-чуть наживил, чтобы я мог руками открыть. Сейчас вот откроем, посмотрим, что там. Элемент питания мне дал прямо в руки. Сказал, что здесь резинки есть. Вообще этот Rolex, он выдерживает должен. Он должен выдерживать глубину. Ух ты, это часы действительно непростые. Не знаю зачем, но здесь стоит еще динамик. Вот что значит Rolex. Вот что значит Rolex. Тут стоит динамик. Очень здесь все так необычно, я бы сказал. А этот динамик, вот, кстати, на задней крышке стоит динамик. Наверняка эти часы еще издают какие-то звуки. Я говорю, часы непростые, может, они пикают. Переворачивать не буду, обычно так теряются механизмы. Я в следующем ролике покажу внутреннюю часть. Счастья, удачи, любви.